холодная. Все, асфальт, одни знаки остались. Вот дорога идет. Из-за сложившейся ситуации в Северобайкальском районе создан оперштаб. Его руководителем назначен глава района Игорь Пухарев. По словам главы Бурятии Алексея Цыденова, РЖД делает все необходимое для восстановления функционирования поврежденного бамовского участка ЖД пути на реке Холодная. Мы со своей стороны провели мобилизацию техники у близлежащих к месту размыва организаций и предприятий. Иркутская нефтяная компания оперативно откликнулась. Дополнительно к силам РЖД привлекли 10 самосвалов, экскаватор и 72-тонный бульдозер. С завтрашнего дня добавляется еще 15 самосвалов и экскаватор. Сейчас колонна формируется, завтра утром прибудет на место. Определено две точки выемки скальника, максимально близко к месту проведения работ. Всего 20 километров. Запас топлива в Северобайкальске 840 тонн. Он позволяет осуществлять все виды работ. Не останутся и без внимания те, кто стал заложником стихии. По пассажирским поездам ведется работа по станции Тайшет. Коллеги из РЖД переговорили с каждым пассажиром. Среди них есть те, кому необходимо по разным обстоятельствам вылететь. Будут вывозить их самолетом. Правительством делается все возможное, чтобы ускорить восстановление. На 14.00 21 августа отсыпана дорога к дамбе. Начались работы по отсыпке самой дамбы. Для этого привлечено 226 человек и 64 единицы техники. Андрей Слепнев, новости дня.